В Ленинском районе совсем скоро стартует необычный проект под названием «Серебряное волонтерство». В качестве волонтеров в нем выступают люди старшего возраста и пенсионеры. Этой теме была посвящена очередная встреча Общественной палаты. В гостях у Общественной палаты Ленинского района один из авторов проекта – директор Центра развития социальных технологий Анна Рекова. Уже 4 года центр реализует множество программ для людей старшего возраста, развивает серебряное волонтерство, содействует трудоустройству, занимается обучением. «С выходом на пенсию у многих резко сужаются социальные связи», – говорит Алла. «Люди перестают чувствовать себя нужными. Отсюда подавленное состояние, депрессия и болезни». Когда люди к нам приходят, а часто к нам приходят в депрессивных состояниях, и когда мы предлагаем, что есть такая возможность вовлечься в серебряное волонтерство, меняется кардинально жизнь людей. Глаза горят, они чувствуют свою нужность, они в центре событий находятся, у них все интересно, дома к ним стали по-другому, они сами говорят, что дома к нам стали относиться по-другому. Сейчас только в Москве работают на постоянной основе уже более 400 серебряных волонтеров. С этого года к проекту присоединяется и Подмосковье. Развитие серебряного волонтерства в Ленинском районе инициировала Общественная палата. Совсем привыкли, что люди пожилого возраста, пенсионеры – это социально нуждающиеся люди в каких-то социальных благах. Но не всегда это является так. У нас есть социально активные пожилые люди, которые готовы тратить свое время, тратить свои силы на благо общества, которые готовы участвовать на простых общественных началах. Это люди категории 50+. Они полны опытом, которые готовы поделиться. Серебряные волонтеры реализуют себя в нескольких направлениях. Это может быть и культура, и экология, и спорт. То есть каждый человек выберет себе направление по своему желанию. Серебряных волонтеров чаще всего задействуют в проведении форумов, конференций, спортивных мероприятий. Еще есть культурное, экспертное и социальное волонтерство. Люди сами могут выбрать ту область, которая им наиболее интересна. Повышение качества жизни самих серебряных волонтеров – это, пожалуй, самый главный социальный эффект от такой деятельности. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видно этого.